Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас такие фары на обзоре. Фары вообще дикие, реально. Вот такой вот тюнинг. Видно, да? Линзы. Две линзы идет. Встроенный блок розжига ксенон. Все управление электронное фары. Бля, вот она офигенная, вообще дикая фара. Тут такая идет светодиодная полосочка. Вообще дикая, да? Ну-ка, давай вторую достану. Охуенная, да? Класс. Так, короче говоря, тут у нас что, лампочки идут сразу с этой стороны, по мех-части. Далее блок розжига, ксенон. Здесь идет управление, корректор. Ну, то есть можно механически его регулировать, я так понимаю. Так, а где лампочки? Есть тут в комплекте? Входят? Нет? Так, все заглушечки везде. Все закрыто, чтобы никуда... Пыль не попадала, короче говоря. Вот заглушить. Короче, все дико, пацаны. Так, ну вот такая хуйня. Проходим по ссылочке, заказываем фары. Lexus RX 330. Да? RX 330? 330.